Вот мой Ford Focus, и смотрите, что я вам хотел показать. Вот так выглядят задние фонарики, и пойдемте кое-что с ними сделаем. Оригинальная подсветка не выдержала питерского климата, все сгнило. А теперь представьте, что же произойдет. Вот такая китайская подсветка, светит она реально красиво. Белый яркий свет, но я думаю, что буквально через несколько месяцев, а может недель, она перестанет светить. На бэхе у меня они ломались каждые пару месяцев, я заказывал впрок. Стоит 500 рублей парочка штук. И тут мне пришла хорошая идея защитить все это дело вот таким способом. Кидаю ее в лак. Сейчас она напитает, наберет лак. В общем, все микросхемы будут у нас закрыты, высохнет, и после этого я ее установлю. Думаю, что все будет работать. И вот такая мелочь. Надеюсь, что спасет мой фонарик. Ну вот все у нас работает, никаких проблем. Я думаю, теперь эти фонарики будут светить очень долго, а китайцы заработают намного меньше денег.